Сестры Алексеевы. Одна хочет верить своим глазам, другая – твердо стоять на ногах. Но каждый день для них – проверка силы духа. Приобретенные болезни мешают полноценно жить. Ольга родилась с диагнозом спинномозговая грыжа. Осложнения после операции спровоцировали сколиоз четвертой стадии. Костыли не отпускают ее с самого детства. Девушке всего 27 лет. Руки иногда сводит, да, когда долго ходишь, под мышками все болит, особенно летом, очень все приедет, волдыри, то есть это долго, если ходьба, также шею тянет. 2 года назад проблемы с глазами начались у ее родной сестры Татьяны. Резко заболели почки, обострился пиелонефрит. Температура 40, рассказывает, держалась 3 месяца. Зрение стало стремительно падать. Учебу пришлось бросить, как и работу парикмахером. В клинике ЧГМА у Семена Владимировича я там проходила лечение по лазерокоагуляции. Мне обжигали сосуды. А таких, чтобы они, как бы других операций сложных, они не стали делать. То, что с диабетом они здесь не могут взять, лечить. В клинике в Швейцарии обещали мне помочь. Ей не помогли дома. По какой причине, я не могу сказать. Чтобы сказать, что это только в Швейцарии, я не могу. Клиника, в которую она очень хочет попасть, она блестящая. И что доктор замечательный, это я могу точно сказать. И доктор... Первые его комментарии были: «Мы поможем данный пациент». Девушка в отчаянии. Операция в Швейцарии стоит более 1 миллиона рублей. Глаукома, диабетическая ретинопатия, отслойка сетчатки, катаракта. Осложняются болезни сопутствующим диабетом, которым девушка мучается с 9 лет. В свои 25 Татьяна различает только силуэты и свет. Даже небольшая сумма поможет девушкам увереннее смотреть и идти в будущее. Наталья Аршинская, Николай Шунков, ЗапТВ.